В Чебоксарах полицейские расследуют факт мошенничества, в результате которого житель города потерял порядка 180 тысяч рублей. Речь идет о так называемых компенсациях за употребление БАДов. 57-летний чебоксарец заказал в интернете упомянутые биологические добавки. Эффекта особого не получил, зато, связавшись с мошенниками, распрощался с серьезной суммой денег. Все подробности у моих коллег из пресс-службы МВД. Почему вы не получаете компенсацию? Именно такой вопрос стал роковым для 57-летнего чебоксарца, с которым по телефону связались неизвестные. Мужчине сообщили, что БАДы, которые он ранее приобрел в интернете, некачественные, и за них положена хорошая денежная компенсация. Сумму, которую собирались возместить благодетели, оказалась внушительной – около 500 000 рублей. Вот только получить их было непросто. Мужчине то и дело звонили с разных номеров. Собеседники представлялись директорами различных фирм и министерств. Просили внести сначала предоплату, а потом страховку. Этот человек с Министерства финансов говорит, мы выплачивали по Чебоксару в прошлом году все это. А я не попал, говорю, вам мне никто не сообщал. Под различными предлогами по частям мужчина перевел аферистам немалую сумму денег. Остановился лишь после того, как пополнил кошелек злоумышленников на 185 тысяч рублей. Непонятно просто, как вот эти люди заговорили, что ли, они. То есть у них есть, как они могут. Они общаются, талант, у них общение, хорошее общение. То есть они могут человека заговорить, короче, так что. И главное, меняют людей, меняют, номера меняют. МВД Почувашия рекомендует незамедлительно сообщать в полицию, если под какими-либо предлогами вас просят перевести деньги на неизвестные счета. В этом случае с вами наверняка разговаривают мошенники.